попала щука номер два. Вот, взялась на моточке. Я ее, короче, это... Поднять... О, так это другая. Там меньше была. Сейчас еще будем пробовать ту брать. Сейчас, все, чтоб не ушла. Сачочек ее. Аккуратненько, сачочечек. Аккуратненько. Хопаньки. Есть. Сегодня щука номер два. Недалеко от лесхоза. Омут. Итого щука номер 37. Вот так вот Артем Александрович продолжает рыбачить. Но сегодня как-то не так. Херово, короче, ловится. Три маленьких черогайки отошло. Одна вроде бы бралась. Да, бралась. Но я не смог поймать. Все. Но зато нормальная крупная щука идет. Вот не очень крупная, но крупная. Все. Пока. Изуродовала мне всего гальяна. Ну вот они лежат, две красавицы. О, какие. О. Ну, это грамм 500 тоже будет. Может, поменьше чуть-чуть, 400, это 700, вот. Хорошие крокодильчики, 2 штучки. Все.